Моя самая первая бизнес-книга, которую я купил в аэропорту Вены в 2005 году. После прочтения этой книги мой доход вырос в 4 раза. Все страницы в закладках, все просто зачитаны до дыр. Смотрите, все абсолютно все разлиновано. В какой-то момент я перестал читать книги. Я даже сам не знаю, что произошло. Теперь я снова вернулся к чтению, вернее, я вернулся к аудиокнигам. Но именно к чтению книг последний раз я книги не читал, наверное, уже я не знаю, сколько прошло лет. И вот теперь я снова хочу начать читать физические книги. Не просто слушать что-то и читать в электронной форме. Просто читать в электронной форме неудобно. А вот физическую книгу читать, это все-таки какой-то другой опыт. Это как портал такой, знаете, в другой мир. Вот, поэтому крайне рекомендую. Кстати, кто не читал эту книгу, прям супер рекомендую. Вот так.